Здравствуйте! Совсем скоро Новый год. И, конечно, всегда хочется верить в чудеса. Хочется стать таким маленьким-маленьким, чтобы просыпаться каждое утро и бежать к елочке и видеть там какой-нибудь подарок. Почему я об этом говорю? Потому что у фестиваля «От винта», который действует под эгидой Минпромторга России, есть замечательная премия, которая называется «За преданность детству». И сегодня я с удовольствием поддерживаю еще одного номинанта – фабрику «Бирюсинка» из Красноярска, где много-много снега и сильный мороз, а это главные атрибуты Нового года. Это предприятие почти с вековой историей. В 50-е годы прошлого века фабрика начала выпуск стеклянных елочных украшений, разных игрушек, карнавальных костюмов. В тяжелые военные годы она также служила детству. И именно тогда был создан кукольный цех. И игрушки тогда создавались, ну, частично из папье-маше, а какие-то просто из подручных материалов, например, из обрезков ткани, ваты, опилок. И, конечно, фабрика, которая сохранила свой профиль и традиции на протяжении стольких лет, действительно достойна уважения и признания. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я хочу, чтобы вы всегда верили в чудеса и сами были чуть-чуть волшебниками.